Театральные куклы всевозможных систем, оригинальные интерьерные куклы и маски. Герои постановок и те, которые только готовятся выйти на сцену или не попадут туда вовсе. Такие во многом разные, но одинаково яркие и интересные персонажи вошли в выставку «Сказочный город». Автор и экспозиции, и каждый из кукол – Роман Соколовский. Вот эта кукла, например, персонаж спектакля «Город сказочных легенд» – девушка Мацеста. Это мумитроли из одноименного спектакля, а это духи Чехова и Шекспира. Есть куклы, которые уже знакомы детям, уже знакомы зрителям, которые их видели в спектаклях. То есть куклы такие, ну уже, можно сказать, полюбившиеся нашим зрителям. Выставку Роман Соколовский посвятил предстоящему Дню города. В том числе и поэтому среди экспонатов вот эти 4 необычные куклы. Это новый проект кукольника, создание своеобразных ангелов-хранителей сочинцев, представителей разных профессий. Актер, музыкант, хранитель домашнего очага, рыбак. Это вот ангел-хранитель таких наших сочинских рыболовов. Это меня вдохновило на создание этой куклы. Наша набережная, где в хорошую погоду рыболовы садятся, ловят рыбку. Много профессий у сочинцев, таких вот характерных. Вот, поэтому у каждой профессии, у каждого человека должен быть хранитель. В начале рабочей недели, в будний день, посетителей на выставке немного. А вот когда в школах заканчиваются уроки, зрителей становится гораздо больше. Ведь экспонаты выставки можно не только рассмотреть, но и потрогать, и даже попробовать поуправлять некоторыми из них. Такой своеобразный интерактив. Выставка будет работать до 24 ноября. Увидеть сказочный город кукол можно абсолютно бесплатно в Доме культуры Центрального района.